Ну а теперь к другим новостям. В Баварии появилось новое место паломничества для поклонников уфологии. На пшеничном поле в коммуне Райстинг обнаружили таинственные круги идеальной формы. Такие периодически обнаруживают в полях в самых разных уголках мира, и ученые до сих пор не могут дать этому явлению четкого объяснения. Этот круг увидели случайно с воздушного шара, диаметр фигуры 75 метров. Как и в остальных подобных случаях, пшеница не срезана, а лишь примята. Но сделано это в удивительно точных геометрических формах. Это полностью неземное. Не имею в виду НЛО или что-то в таком роде. Просто это силы, которые еще не изучены. Или изучены, но об этом не сообщили в прессе. Интересно, что всего в нескольких сотнях метров отсюда находятся старые телекоммуникационные антенны станции, которая в 69 году транслировала высадку американцев на Луну. Совпадение ли это? Ответа нет. Впрочем, хозяин поля считает, что эти круги – проделки местных студентов. Некоторые люди что-то чувствуют, особенно когда стоят посредине круга. У меня не так. Может быть, я менее духовный. Я ничего не чувствую. Лично я думаю, что это сделано руками человека. Но да, оно сделано идеально. Сделать такое за одну ночь – непростая задача. Потоку любопытных фермер не препятствует, к тому же говорит, что многие снимают обувь, прежде чем вступить в пшеницу. А кто-то даже поставил коробку для сбора средств с целью возмещения фермеру убытка от помятого невиданной силой урожая.